Всем привет! Вы на канале Анна Профи, и в этом видео я хочу вместе с вами приготовить необычный летний гороховый суп. В нем нет ни свиных ребрышек, ни любого другого серьезного жира мясного, но при этом он подходит и для зимы, и для лета. Зимой он согревает, а летом, если вы его охладите в холодильнике, он очень освежает. Итак, начнем. Нам понадобится 50 грамм сливочного масла. Разводим масло на среднем огне. К маслу добавляем одну луковицу и один зубчик чеснока, нарезанный очень мелко. Размешиваем. И жарим лук до мягкости. Лук размяк, добавляем к нему пару столовых ложек муки. Вы можете добавить вместо муки крахмал или гречневую муку. Все хорошо перемешиваем, пока не образуются крошки. Лук и мука готовы. Самое время добавить к этой смеси 900 мл овощного бульона. В моем случае я добавляю воду. А также 2 столовые ложки овощного бульона в порошке. Все очень хорошо перемешиваем. К овощному бульону добавляем 450 грамм горошка. У меня замороженный горошек. Если у вас есть свежий, добавляйте свежий. Все хорошо перемешиваем. Также к горошку добавляем увесистую жменьку мяты свежей. И хорошо все перемешиваем. И доводим до кипения. Старайтесь, чтобы стебельки не попадали в суп, только листики. Смесь закипела, начала пениться. Самое время выключить огонь. И измельчаем все погружным блендером. Смесь я измельчила. Включаем опять огонь. И постепенно, при постоянном помешивании, вливаем 250 миллилитров сливок 15% жирности. Можете оставить немного сливок для украшения. Последний раз доводим все до кипения и снимаем с огня. Этот суп хорош и в горячем, и в холодном виде. Благодаря мяте он невероятно освежает летом, а зимой согревает. Совершенно универсальный вариант супа. При этом он оригинальный, и в нем нет картофеля. Минимум ингредиентов, и очень наваристый и вкусный суп получается. Самое время попробовать на вкус наш супчик и добавить соль или перец по вкусу. Соли мне хватает вполне, а вот перца не хватает, я его добавляю. Я вижу, что суп кипит, выключаю огонь, даю супу немного остыть. Ну что, давайте попробуем. Настоящий суп-пюре. Очень вкусный, наваристый. Горошек не тяжелый, не такой, как обычный горох, который мы варим на зимние супы. Здесь очень легкий, очень приятный, но при этом наваристый, со сливками. Очень вкусный супчик. Более чем рекомендую вам его приготовить и попробовать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Делитесь этим видео с друзьями. И мы обязательно увидимся в следующих видео. Пока-пока!